ein eigenes auszudenken und das durchführen. Denn wir kämpfen. Wir kämpfen weiter. И конец Путина. И не важно, если сейчас Алексей жив. И от лица ФБК и команды Навального. Und heute hat die russische Regierung wahrscheinlich Алексей Навальный ermordet. Хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале людей во всем, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность. Das heute in Russland herrscht. Dieses Regime. Aber wenn das stimmt, dann möchte ich, dass Putin. Не забудем, не простим. Не забудем, не простим.